вот у нас подошло время приготовить вот такую рыбку. Сделаем ее спокойненько, пожарим. Эта рыбка у нас еще не очищенная. Но мы уже несколько очистили. Правда, не потрошили. Но сейчас очистим пока чешую и будем потрошить. Наш карасиков мы почистили. Получились вот такие тушечки. Сейчас в муке, в кляре и на сковородку. И посмотрим, что у нас получится. Какая вкуснятина. Берем муку. Хорошенечко мы ее в мучке обсыпаем. Я люблю еще внутри тоже, чтобы... Затем в кляр опускаем. И на сковородку. Так, еще маленькую. Не забываем посолить. Вот наши рыбки жарятся. Сковородка должна быть хорошо раскалена. Сейчас уже скоро будем переворачивать. Рыбки перевернули, они уже золотистые. Ну что, сейчас перевернем еще две. Ну, вот как наши рыбки жарятся. В принципе, рыба жарится быстро, особо долго не нужно по времени. Ну, дадим еще несколько минут и будем снимать. Вот такая красота получилась. Сейчас сварим картошечки и будем ужинать. Всем приятного аппетита!